1984 год. Она только что окончила факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ и могла пойти работать в один из множества процветающих тогда НИИ. Рассчитывать траектории полета ракет, выводить формулы и писать программы. Но судьба распорядилась иначе. Невероятно, но детская любовь к медицине и математике соединились в одном названии. Главный военный клинический госпиталь имени академика Бурденко информационно-вычислительный центр. Я очень медицину любила с детства. И вообще думала поступать в медицинский институт. А потом увлекла математика. Но когда я увидела в распределении госпиталя, у нас действительно в основном распределялись после нашего факультета университета в различные НИИ. Но когда я увидела госпиталь, никаких сомнений у меня не было. С первых рабочих дней Марина Овчинникова открыла для себя новый мир. Мир, где идет ежедневное сражение за жизнь. Это было время разгара войны в Афганистане. Вот, видимо, я была подготовлена морально, потому что я увидела служение милосердию этого медицинского персонала, врачей, медицинских сестер, этих раненых, которые на колясочках. А не говорил же никто в основном, да, широко про эту войну. А здесь это было реальностью. Со временем героиня окончила при госпитале медицинское училище по специальности «Сестринское дело» и начала заниматься вопросами психологической реабилитации больных. Благодаря усилиям Марины Борисовны в главном военном госпитале были возрождены многовековые традиции духовного служения. А исторический храм святых апостолов Петра и Павла снова открыл свои двери для всех страждущих. И вот в 90-е годы встает вопрос о восстановлении богослужебной жизни здесь, в этом храме. Конечно, эта инициатива исходила изнутри, от сотрудников госпиталя, и одним из таких инициаторов была Марина Борисовна. Но надо было подтвердить, что в госпитале храм был, и меня направили в архивы. Вот, в общем-то, храм ведет за собой все остальное. И когда я пришла в архивы, я увидела столько информации, просто которую никто никогда не обращали на нее внимания. И с архивами это толком почти никто не работал. И открылся целый мир этого духовного служения в военных лечебных учреждениях. Сегодня музей военного госпиталя вмещает в себя 4 зала уникальных экспонатов, каждый из которых имеет свою неповторимую историю. Очень много экспонатов этого музея появились именно благодаря ее энергии, благодаря ее человеческим качествам, умению расположить к себе, к нашему госпиталю. Из Ярославской области привезли помощники нашего музея нам такой вот интересный кожаный кошелечек в подарок. Случайно обнаружили на чердаке у одной бабушки. Оказалось, что это не кошелечек, а походный набор военного врача первой четверти 19 века, эпохи наполеоновских войн. Героиня стала одним из инициаторов создания мемориального парка воинской славы России для увековечения памяти о поколениях защитников Отечества. Вот этот бессмертный полк, на самом деле, это очень важно. То, что мы помним о наших вот героях, это важно ведь не им, это нам важно. Марина Борисовна уверена, в военном госпитале любая работа, на какой бы должности человек ни трудился, есть служение. И это служение, как бы оно ни было тяжело, приносит радость. Она не только глубоко верующий человек, но человек горящий. Горящей идеей, горящей любовью к госпиталю, к тому делу, которое она делает. Нужно просто служить людям, своей семье и Отечеству.